Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в рамках рабочей поездки в Усть-Джигутинский район ознакомился с технологическими этапами производства текстильной продукции открытого акционерного общества «Селена». В Ленинградской области установили бюст героя России, нашего земляка, летчика аса Каномата Баташева. В Карачаево-Черкесии полицейские общественники устроили для детей из Луганской и Донецкой народных республик спортивно-развлекательное мероприятие. Итак, к главным новостям. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в рамках рабочей поездки в Усть-Джигутинский муниципальный район ознакомился с технологическими этапами производства текстильной продукции открытого акционерного общества «Селена» и ходом реализации инвестиционного проекта по созданию первой в стране линии автоматической сортировки полиэтиленового сырья, что позволит в два раза увеличить объемы производимой на предприятии продукции. «Селена» является крупнейшим в регионе производителем 500 номинований продукции текстиля для дома, полиэфирного волокна и синтепона с мощной производственной базой из высокотехнологичного оборудования, семью линиями производства. Компания поставляет широкий ассортимент продукции практически во все регионы страны. За счет мер господдержки предприятие реализует инвестпроект «Модернизация линии переработки вторичных полиэтиленовых бутылок». Несмотря на санкционную политику в адрес России, «Селена» готовится к масштабному увеличению объемов производства и уже готовы полностью заместить нишу ушедших с российского рынка импортных скандинавских производителей, написал после посещения предприятия глава Карачаево-Черкесии в своем официальном телеграм-канале. На сегодняшний день на предприятии работает порядка 210 сотрудников, при этом запуск инвестпроекта позволит создать еще более 30 новых рабочих мест. Еще одним эффектом от реализации данного проекта станет повышение качества производимой продукции за счет применения современных технологий. Для реализации инвестпроекта предприятию предоставлена субсидия из республиканского бюджета. В Ленинградской области установили бюст героя России, летчика аса Каномата Баташева, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Под Гатчиной появился бюст героя Каномата Хусеевича Баташева, нашего земляка, бесстрашного воина и патриота. Он погиб, выполняя свой воинский гражданский долг, не смог остаться в стороне и принял решение бороться с нацистами в ходе специальной военной операции. Говорят, каждая спасенная жизнь дарит бессмертие. Своим подвигом Каномат Хусеевич спас многих людей, и его бессмертие теперь в их жизнях, написал Тимрезов в своем телеграм-канале. Глава республики поблагодарил за увековечение памяти нашего земляка губернатора Ленинградской области Александра Дрозенко и жителей региона, где Баташев работал последние 10 лет в должности зампредседателя ДОСААФ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напомним, генерал-майор погиб 22 мая в ходе выполнения боевого задания на Донбассе. Звание Героя России 63-летнему Каномату Баташеву было присвоено посмертно. По инициативе регионального исполкома «Единой России» из Карачаево-Черкесии для российских военнослужащих отправлено 18,5 тонн воды. Собрать данную помощь помогла мэрия Черкесска. Ранее в Донецкую и Луганскую республики были направлены 3 больших груза с дровами для военнослужащих российской армии и жителей. Также жители Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции «Бабушкина забота» направили солдатам и жителям Донбасса и Луганска вязаные вещи. Были также отправлены книги, собранные в рамках акции «Одна культура. Общая история». За неполных 2 месяца жители республики и партийцы собрали для библиотек Луганской и Донецкой народных республик самую разную литературу – от сказок для самых маленьких до русской и зарубежной классики. Лечебные учреждения Карачаево-Черкесии за последние 5 лет получили 90 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений почти на 50%. По данным Министерства здравоохранения, активное пополнение автопарка службы скорой медицинской помощи в республике проводится с 2017 года, и сегодня он насчитывает 159 автомобилей. Только в минувшем году муниципалитетам республики было передано 17 единиц спецтранспорта.
В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Карачаево-Черкесия вошла в число регионов для оказания грантовой поддержки в сфере туризма в 2023 году. В частности, 44 региона получат более 3 миллиардов рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также на создание и развитие национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать порядка 375 проектов в регионах, в число которых вошла и Карачаево-Черкесия. В столице республики продолжается работа по замене устаревших ламп уличного освещения на новые светодиодные светильники. Более 50 таких светильников установили на въезде в парк «Зеленый остров». Еще 70 новых фонарей освещают улицу Гутикулова от Демиденко до Октябрьской и проспект Ленина от Даватора до Космонавтов. Новая линия освещения до конца года появится еще на одном участке улицы Гутикулова от Демиденко до улицы Крайней. Акцент сделали на участках, где ранее были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия. В Черкесске до 1 сентября также поменяют и установят около 240 дорожных знаков. 27 августа с 8 до 16.00 в Черкесске на площадке фудмаркета «Агропарк», расположенного по улице Свободы, 62, состоится продовольственная ярмарка. Можно будет приобрести качественную свежую продукцию по ценам ниже рыночных от производителей Карачаева-Черкесии и соседних регионов. В широком ассортименте будут представлены мед, хлебобулочные, кондитерские изделия, молочная, мясная продукция, рыбные продукты, приправы и специи, овощи и фрукты, текстильные изделия и многое другое. Ярмарка проводится мэрией Черкесска. Заявки от сельхозтоваропроизводителей принимаются до 17 часов 26 августа. Подробную информацию можно получить по номерам 28 15 65 и 28 16 67. Лучшие агроволонтеры Карачаева-Черкесии, которые помогают социально незащищенным гражданам в садоводстве и огородничестве, а также авторы лучших советов для таких садоводов и огородников, могут стать агроволонтерами и принять участие в конкурсе «Добрый огород» и получить премии. Конкурсные заявки принимаются до 15 октября текущего года. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно на сайте проекта «Добрый огород». Добро-огород.ру. Конкурс проводится при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации. В рамках конкурса «Лучший учитель» 4 педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее 3 лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет 4 победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия, и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее 3 лет, имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников, и есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Активных школьников Карачаева-Черкесии приглашают войти в состав детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в регионе. Чтобы эффективно принимать какие-то решения в интересах детей, нам прежде всего нужно знать их мнение. Для этого и существует детский общественный совет. Он также помогает повышать правовую грамотность школьников, развивать волонтерскую деятельность, реализовывать различные проекты. И нам важно, чтобы в нашем детском общественном совете были представлены ребята из всех городов и районов республики, отметила уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесии Наталья Бондаренко.
Кроме того, ребята регулярно выезжают на межрегиональные форумы, где знакомятся с работой советов из других регионов. Так, сейчас 5 человек из Карачаева-Черкесии участвуют в форуме детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка во Владивостоке. О том, что нужно для вступления в совет, можно узнать по телефонам 28 19 70 и 28 19 73. Либо непосредственно в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 52. В 19 школах Карачаево-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встреч и сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы центра будет выделено отдельное помещение либо зона в рекреации. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Карачаева-Черкесии Лейла Атаева. В программе «Модернизация системы образования» есть 4 основные задачи, 6 мероприятий. И одним из мероприятий идет как раз открытие центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, вот подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения «Юнармия», это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. Не надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в настоящее время продолжается период наивысшей активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. В настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Случаев заболевания вышеуказанными инфекциями среди населения Карачаева-Черкесии не зарегистрировано. Всего зарегистрировано более 200 случаев укуса клещей, в основном это в Черкесске. С целью снижения риска заражения населения Карачаева-Черкесии инфекциями, передающимися через клещей, проводятся мероприятия по борьбе. Обработаны рекреационные зоны в городе Черкесске и другие эпидзначимые биотопы. На сегодняшний день проведенные акарицидные обработки составляют более 120 гектаров. В результате дорожно-транспортного происшествия в Усть-Джигуте тяжело травмирован малолетний ребенок. Водитель автомашины Mitsubishi Lancer, 29-летний местный житель, допустил наезд на малолетнего местного жителя 2019 года рождения. Предварительно установлено, что 3-летний мальчик находился на улице без присмотра взрослых и выехал на самокате на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Сотрудники отдела внутренних дел обращаются к жителям республики. Прежде чем разрешить вашему ребенку самостоятельно кататься на самокате, велосипеде, скейте или роликовых коньках, проинструктируйте его о правилах дорожного движения и правилах поведения на улицах и дорогах. Два родных брата предстанут перед судом за покушение на убийство. Следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении 2 жителей аула Хурзук. Вечером 29 января текущего года 2 родных брата напали на мужчину в центре Черкесска. Один из них не менее 2 раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного ружья. В этот момент 2-й обвиняемый присоединился к преступным действиям своего брата, и они вместе нанесли несколько ударов предметами в область головы и туловища потерпевшего. Братья не смогли довести свой преступный умысел до конца ввиду сопротивления потерпевшего и оказанной ему медицинской помощи. Следователями допрошено более 30 свидетелей, проведены проверки показаний на месте с участием обвиняемых, в ходе которых последние детально рассказали все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело направлено в суд.
Три факта дистанционного мошенничества снова зарегистрированы в Карачаево-Черкесии. В полицию обратилась 40-летняя жительница Черкесска, сообщив, что в сети интернет она увидела объявление о выгодном вложении средств и связалась по указанным номерам телефонов. По рекомендациям незнакомых лиц она открыла брокерский счет на 20 тысяч. В дальнейшем, введя потерпевшую в заблуждение, данные лица убеждали ее перечислять денежные средства на различные счета. Обещанного дохода женщина не получила, деньги ей не вернули. Телефоны лжеброкеров не отвечают. Сумма ущерба составила 1 269 000 рублей. Второй случай. 77-летней пенсионерке из Черкесска на стационарный телефон позвонил мошенник и убедил ее, что она разговаривает с дочерью. Тревожный женский голос сообщил, что она переходила дорогу в неположенном месте и ее сбил автомобиль. Далее трубку взяла якобы следователь Виктория Николаевна и рассказала, что водитель автомобиля после наезда врезался в дерево и сильно пострадал. Чтобы решить вопрос мирным путем, мошенница предложила передать 1 миллион рублей. Пожилая женщина поверила разыгранному преступниками спектаклю, сняла деньги со счета и отдала их прибывшему прямо к банку курьеру-соучастнику мошенников. И третий случай. 60-летнюю жительницу поселка Московского преступники убедили, что на ее имя пытаются оформить кредит. И под предлогом защиты обманным путем похитили у нее 45 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии полицейские общественники устроили для детей из Луганской и Донецкой народных республик спортивно-развлекательное мероприятие. На территории лесопарковой зоны базы «Усадьба» были открыты несколько площадок для познавательных игр, где каждый ребенок нашел себе развлечение по вкусу. Совместно с волонтерами ребята посетили аттракционы веревочного парка. Для любителей подвижных игр были сформированы команды, которые соревновались в волейболе и футболе. Полицейские подготовили викторины и кроссворды на знание прав и обязанностей законопослушных граждан, а также провели с детьми урок «Твоя пятерка безопасности», где рассказали о правилах безопасного поведения на улицах и в сети интернет и о том, как не стать жертвой преступлений. Детям объяснили, как следует себя вести, если к ним обращаются незнакомые люди, как реагировать на их предложения и просьбы, как и к кому нужно обращаться за помощью в таких случаях. Председатель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Мария Атабиева провела для ребят психологические тренинги на сплочение коллектива, а также на формирование у подростков навыков стрессоустойчивости. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, днем в горах кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха 28-33 градуса тепла, в горах местами до плюс 28, в Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 32 градуса. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21 17 25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новое грандиозное шоу «Генерация. Песчаная сказка». Код города 87937-296-58. Категория 0+. Это все основные новости Карачаево-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия».